Такая машинка новая, 2013 год, в октябрь. Написано, сделано в Турции. Вот, я ее посоветовал, потому что посмотрел, у нее корзины не турецкие. Это сразу видно. Это Bosch серия 6. Она, ну, то есть с этим, с рядом, с Power Zone. Она полностью металлическая. У нее есть автооткрывание дверцы. Здесь казахский, какой, я не знаю. Смотрите, шильдик приклеен. И самое главное, вот я разобрал новое. Есть второй теплообменник. Вот мастера знают, что теплообменник второй только в европейских версиях. Для экономии, они вообще там супер экономные. То есть сюда заполняется вода, и там это там темп практически не включается. Это для экономии и воды, и электричества. То есть второй теплообменник был только в европейских версиях, в серых. Там еще лет 5 назад я это видел, сказал, где вы покупали. То есть они, люди, привозились в Европу. Машинка на Вайлберис стоит 52 тысячи. Вот, напишите, что думаете.